отчаялся. Он тратил все свои сбережения на драгоценности. Когда драгоценности перестали ее впечатлять, он решил купить машину. 312 жалований под 112% годовых. Конечно, это влетело ему в копеечку, но он продал себя в рабство ради любви. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning.